раз в неделю на поимку убийц. Дело простое. Два парня поделили девочку, и один убил другого. Я тебе сказал, к Лике не подходить. Великие победы! Ура! Дуэль, ура! Сэр! Стреляли с близкого расстояния. Сначала в один глаз, потом в другой. Знаешь, всем нутром чувствую, что выстрел отсюда. Из войны. Петя снимала, я записывала все материалы Раисе Ивановне. Это она. Едем. Теперь или никогда. Камера где? Ну, я не шутки шучу. Я не убивал! Я никогда не смог убить Петьку! Я семью 20 лет по крупице строила. И вот мне за нее Петю потеряла. Это все несчастья только начинаются. Ты знаешь, что я в 17 лет на фронт пошла? Знаешь, что я из окружения выходила? Да я такое испытала, что тебе самых твоих страшных снах не снилось. Нет, не надо, Таня. Это поцелуй сотрет война. Я его забуду. А я хочу ждать. Она верная тебе, это правда. Но не любит. Его любят. Слушай, а как ты думаешь, двоих можно любить? Раньше точно знал, что нельзя. Олег Дмитриевич Карпухин. Муж этой женщины. Черкасов. Иван Петрович, муж этой женщины. Раиса была на оккупированной территории вместе с Тонькой-пулеметчицей. Ты понимаешь, что ты хочешь? Чтобы я об этом героическом прошлом рассказал детям? А ты ее в лицо видел? Это что? Кто ее увидит, во враг пойдет. Скажите, когда я смогу архив посмотреть? Так ведь нет ничего. Лучший сыщик Советского Союза. Ненавидит вашу семью и мстит. Палач. Все об этом узнают.